Сразу же хочу ответить, считаю, что такой необходимости нет, но это Конституцию менять, потенциал Конституции 93-го года далеко не исчерпан, ну и так далее, и так далее. То есть не буду дальше вот это читать, хрень про Конституцию, я имею в виду, что там исчерпан или не исчерпан, он кладет на любой потенциал Конституции, исчерпанный и не исчерпанный, и она ему, в общем-то, по барабану. Но нужно что-то, чем-то занять народ и что-то придумать, какие-то варианты, вот он придумывает. Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство, суверенитет нашего народа должен быть безусловным, ну то есть это вот для ватников, там, ребята, бля, вся власть в ваших руках, ага. Мы создали мощные резервы, чтобы кратно превышает, что кратно превышает устойчивость нашего государства, ну в общем все, все устойчиво, не ссыте, не отдадим. Действительно считаю, что пришло время внести в основной закон некоторые изменения. Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина, не противоречит нашей Конституции. Обхохочешься. Где же это международные какие-то нормы влекли когда-то ограничение прав и свобод. Нодовцы, сейчас заживете, видите, Вова, Конституцию решил менять. Вы же говорите, нодовцы, что самое главное сейчас, чтобы не было приоритета международного права. Ну его и так нет. Вова уже давно Конституционным судом все это дело отменил. Да. Ну сейчас надо внести в Конституцию, потому что там закон мешает, конечно, немножко. Ну, как, приходится при плохой игре делать хорошее лицо. Да, вот. А здесь, чтобы никакого хорошего лица не делать, просто это вопрос закрытия и все. То есть, что предложил Путин, нужно понимать. Он предложил закрепить приоритет, его приоритет. Его приоритет Путина над международным правом. Ну вы же понимаете, что не Конституция России над международным правом, а приоритет Путина. И второе, значит, Путин предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должность критически важные для обеспечения безопасности суверенитета страны, а именно главы субъектов. Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, председатель правительства, его заместители, федеральный министр, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, виды на жительство, либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства и так далее. И смысл миссии государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, ну и так далее. Если посмотреть, мне специально позвонили и попросили посмотреть этот фрагмент, Володин там никто не рад, а Володин очень сильно радуется, он понимает, что этим крючком он многих ухватит, потому что я думаю, что это по его, так сказать, инициативе было сделано, и думаю, следующее тоже было по его инициативе сделано. Вот это вот самое прикольное. Я бы назвал это поправка Конституции имени Славы Мальцева. И вы поймете почему. Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требования о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее. Понимаете? То есть, ну, вы же понимаете, что когда мы власть возьмем, мы же не будем пользоваться их поправками, поэтому те люди, которые переживают и говорят, вот Мальцев теперь из-за этой поправки ты не можешь стать президентом, я думаю, что мы этими поправками подотремся. Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный. Ну, не принципиальный, да, но согласен с этим.
То есть, иными словами, Путин говорит, больше никогда президентом я не буду, но как бы сделаю так, чтобы вот другим было херово, и они не смогли у меня перетянуть палку эту, да. Считаю необходимо закрепить в Конституции принцип единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, при этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления, самого близкого к людям уровня власти могут и должны быть расширены и укреплены. То есть они берут нашу программу, берут тезисы какие-то из нашей программы, да, 5.11, ну понятно, и как-то только их обыгрывают и втыкают, потому что понимают, что это наболело, что это эффективно. Никто, конечно, с местным самоуправлением ничего делать не будет. Ну, представьте, если местное самоуправление будет хоть чуть-чуть самостоятельно, то путинского режима не будет. Конечно, в любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства и бла-бла-бла. Считаю целесообразным закрепить в Конституции России соответствующий статус и роль Государственного Совета. Ну, то есть, вот такую еще надструктуру, да. То есть, там есть три ветви власти, да. Вот, и нужна еще некое ответвление, нужно какое-то, да, то есть законодательная власть, исполнительная власть, власть судебная, к какой власти будет этот Государственный Совет относиться? Ну, наверное, к президентской власти, то есть к надвластной структуре, и, возможно, этот Госсовет, и хочет он еще возглавить, да, там, быть периодически председателем правительства, да, которого будет избирать парламент, независимо от желания президента, чтобы его сшибить невозможно было, и возглавлять Госсовет, который будет над структурой, таким образом полностью контролировать президента любого. Так что вполне допускаю, что модель, которую они разработали, она, конечно, безумная, да, и работать она, безусловно, не будет, но вполне допускаю, что они надеются, что она будет работать.